Welcome to the virtual assistant of the Abiogenesis project. Мы здесь собрались для того, чтобы элементарно всего-навсего быть счастливым и жить в гармонии. А жить в гармонии — это означает любить себя и от преизбытка любви к себе, любить окружающих людей и природу, и то пространство, где ты находишься. Пару слов буквально о законе начала. Перед тем, как начать некий бизнес, некий проект, желательно со своим бизнес-партнером проговорить несколько моделей поведения в дальнейшем, потому что все, как правило, делят прибыль. Перед тем, как что-то сделать, надо просто понять и правильно распределить время, энергию, статус и деньги. Денег нам надо столько для того, чтобы только исполнялись наши желания, ни больше, ни меньше. Если дают нам больше денег, это дают деньги через тебя кому-то. Энергия – это очень важный ресурс. Есть очень много техник, очень много практик. Все, что у нас происходит, это все за счет энергии. Мне пришел ответ, что Бог, Он живет вне времени, вне пространстве. То же самое и у нас. У нас есть только события, у нас нет времени. Мы не смотрим на время постоянно, сколько сейчас время. Когда мы убираем эмоциональную зависимость от времени, события происходят таким образом, как мы хотим, и будет даже лучше. Если я сейчас буду себя эмоционировать, и я просто буду растрачивать энергию попусту, ничего не получится. Именно в наших недостатках и есть энергия для развития будущего. Будущее – это всегда чувство. Очень понравилась сама подача информации, потому что тема такая энергетически важная и духовная, и подача информации была такая предрасполагающая, очень добрая, очень открытая, очень честная. Когда у нас есть материальные блага, мы к этому относимся спокойно и хорошо. Я не говорю, как заработать миллион, я говорю, какое должно быть состояние, чтобы заработать миллионы. То есть, когда мы относимся к нашим материальным благам спокойно, хорошо, купили машину, купили квартиру, в момент того, когда мы покупаем что-либо, мы уже думаем о другом, о том, что мы хотим купить. Допустим, мы купили машину, мы уже думаем, о какой машине следующую мы будем покупать. Купили, допустим, квартиру, мы уже думаем, какой дом мы будем покупать и где мы будем жить. И так везде. Хотите, чтобы исполнились желания? Постоянно берите и... будьте в себе. Старайтесь, чтобы постоянно ваше внимание, где внимание, там и сила, да, скорее всего, старайтесь, чтобы ваше внимание всегда было в вас. 80% внимания во мне и 20% того, что я делаю, того, что я говорю. Как понять, что я здесь должен находиться? Это моя работа. А все просто. Когда ты идешь в развитие, и ты чувствуешь этот поток энергии, да, и ты от этого кайфуешь, драйвуешь. Блин, это твоя реализация, это твоя миссия, ты должен здесь вот воплотиться, и ты должен здесь просто вот этим зарабатывать. Образно говоря, это хобби, которое просто потом перерастет в работу. Здравствуйте, я благодарна пространству, благодарна Петру за сегодняшний тренинг, получила огромное удовольствие, зарядилась энергией, познакомилась с удивительными людьми. Когда мы принимаем решение от любви, у нас все идет грамотно, у нас все идет четко. Надо улавливать эти новые потоки, новые вибрации. Что значит полюбить себя? Это означает, что я себя настолько люблю, что я не буду слушать эту информацию, потому что она мне не полезна. Я не буду это кушать, потому что я чувствую, что я сейчас буду себя чувствовать как мешок с чем-то. Поэтому сейчас время высоких вибраций, и надо постоянно повышать вибрации. Постоянно. Если мы будем брать, допустим, человека, мужчина или женщина, мы любим сначала себя. И когда мы полюбили себя, мы от переизбытка любви к себе начинаем любить супруга супругу. После этого мы начинаем любить своих детей. После этого мы начинаем любить хобби, работу. А вот после этого мы начинаем любить других людей и окружающую среду. Вот это все в совокупности есть любовь.
Очень понравилась организация. Была игра на гитаре, была практика духовная. Прусь по этой теме, типа правильные законы мышления, и оно на самом деле работает. Повыписывал себе много всего. Дуже важливо майбутнього проводити такі збори людей, які займаються саморозвитком, самопізнанням. І це дуже важливо для нашої нації, для нас загалом. Я дуже задоволений, мені дуже приємно і раджу всім завітати і зробити свої перегляди свого життя. Желаю тільки самих приємних моментів і процвітання проєкту Karma Logic. Welcome to Ukraine, і я сподіваюся на розвиття.